Всех возил, а боксеров не приходилось. Надеюсь, они не будут драться в кабине. Может случиться. Ребята боевые. Эх, и прокачай их для укрепления боевого духа. Нет, давай полегче. С боксерами надо нежно обращаться. Ведь у меня не только тяжеловесы. Есть и легковесы. Даже муха есть. Муха? Муха. Боксер легкого веса. Есть еще и петушок, перо. Перышко. Перо. Да ты, я вижу, в нашем деле ничего не смыслишь. Ну откуда мне? Я настоящих боксеров только на фотографиях видела. А я? Какой ты боксер? Эх, не веришь ты моим талантам? Не надо. А разве легче девушка? Да ищи какая. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. А я вас знаю. Не важно, зато я вас знаю. Откуда? Боксер, знаете, мгновенно должен уметь ориентироваться в любой обстановке, иначе же ему грош цена. Посмотрим, как вы в воздухе ориентируетесь. Боюсь... А вы не бойтесь. Хотите сейчас затяжным прыгнуть? Нет, не хочу. Это кто же затяжным прыгнуть хочет? Я. А что? Интересно. Входите, товарищи. Владимир Николаевич, давай! Есть! Кто следующий? Я! Погоди! Муха! Давай! Прощай, Петя! Петя, затяжным запрещаю! Да брось ты! Назад! Да брось ты, Кирилл! Ну пусти! Назад! Кирилл! На посадку! Мы работаем. Дурак. Ага. Третий год первенство держит в полутяжелом весе. Хорошо работаете. Вот полюбуйся на чемпиона, а я сейчас вернусь. Ладно? Здравствуйте. Здравствуйте. Кого вы там издевали? Воображаемый противник. Я ему не завидую. Я тоже. Ох, вы самоуверены. 26 побед, из них 9 чистых нокаутов, дают мне право быть немножко самоуверенным. Немножко — это хорошо. А вот сегодня утром на аэродроме я убедился в обратном. Это как называется? Это называется груша. Вот на ней мы вырабатываем точность удара. Кто это? Кто привел? Я. Это товарищ Большенцов. Хочет посмотреть тренировку. Разрешите присутствовать? Вначале привел, потом спрашиваешь. Садитесь. Сейчас представлять будем. Ну, что будем делать, дядя Володь? Работаешь с Кочеваном. Условный бой. С Кочеваном?
Мне интересно. Он очень беспокоится о моем здоровье. Скажи, пожалуйста, мне интересно. У него с утра настроение испорчено. Настроение? Старайся его исправить. Хромченко, дай-ка перчатки. Держи. Сороков. Какой удар? Ведь он же его избивает. За что бьют, Петя? А? За что бьют, я спрашиваю. Цел? Поздравляю. Это был случайный удар. Это был настоящий удар. Настроение у него не исправилось. Ничего не поделаешь. Этим ударом Кочеванов доказал, что он имеет все основания работать с тобой в паре. Кочеванов, Кочеванов! Чего носите со своим Кочеваном? Сейчас оставьте меня в покое. Да, характер. Ну, за свой характер я отвечаю. А вот за такие нокдауны я. Слушаю, товарищ майор. Начинаются отборочные соревнования. Опыт очень нужен. Спасибо. Войдите. Да-да, прыгало 216 человек. Четырех не допустил врач. Угу. Так. Есть. До свидания. До свидания, товарищ майор. Ну как, разрешили? Ага, на 500. Вот хорошо. Теперь погуляем. Да нет, не погуляем. Чего? Я ведь пропустил несколько занятий. Ну? Дядя Володя меня съест. Всегда у нас так получается. Это зрелище производит на меня странное впечатление. Люди дубасят друг друга и называют это тренировкой. А дело в том, что занятие, именуемое боксом, несколько отличается от игры в лото. Кирилл, неубедительно. Я не знаю по-прежнему. Знаю и английской, и французской бокс. Но не для того, чтобы скулу сворачивать в бок, а для того, чтобы не бояться ни штыков, ни пуль, одному обезоружить целый патруль. Владимир Маяковский. Молчу. Раз стихами заговорил, молчу. А мне все-таки нравится твое упрямство. Дорохов твой удар надолго запомнит. Нет, Ирина. Дорохов сильный боксер. А свой удар я стану отрабатывать каждый день, чтобы он стал решающим ударом моей тактики. Очень интересный, я бы сказал, умный спорт. Тут нужно мыслить. Нужно думать в десятые доли секунды. Ты понимаешь? Понять и разрушить план противника и провести свой. Это схватка характеров. Это очень интересно. Можно записать? Размышления из мемуаров боксера Кочеванова. Да мы, кажется, ревнуем к боксу, а? Может быть, ревную. Когда ты на ринге, ты становишься чужим и далеким. Ну что ж, остается одно. Ты должна стать боксером. Ты все шутишь? Шучу. Мне очень хорошо с тобой. И поэтому ты идешь на тренировку? Ирина, пойми. Ну ладно, ладно. Когда у тебя тренировка? 6:00. 9:00. Поедем. Фанатик.
Сегодня тренироваться не будешь. А, муха! Здрасте! С легким паром. Что с тобой, маленький? Поднулся? Вы в поликлинику? Это рядом. Вот сходи, полечи там. Тише, хвост. Как маленький. Действительно. А что у тебя с ногой-то? Ну вот вчера... Не дать ли капель, вам не нужен ли покой? А где Кчевара? Опять не пришел. Чего? Третий день не является. А может, он болен? Ты был у него? Его дома нет. Распустились. Давай навеси. Ну как? Все в порядке, вес нормальный. Чудно. Соревнования снимаю. Владимир Николаевич, значит, в Европу я не поеду. В Европу? Поедешь. Ну? Только массажист. Что тут смешного? До отборочных соревнований считанные дни. Решается вопрос о поездке за границу, а все работают вяло. Вяло. У кондакчана хромает правая рука, у Илюшина неподвижный корпус. У вас не вижу ног. Не поведем, дядь Володя. Все в порядке. 7-1 гарантирую. Хвастовство. Зазнайство. Правильно, товарищ, я давно хотел. Мало хотеть. Надо уметь защищать честь советского спорта. Сидишь? И сижу. Иди на мешки. Иду. Перчатки забыл. Боксер. Но если 6 килограмм не сбросишь, так на всю жизнь массажистом и останешься. А потом на пенсию перейдет. Подумай. Здорово. Здравствуйте. Кирилл! Чемпиону! Ага! Здорово, мастер! Отпуск получил? Да, на 5 суток. Хорошо. Чего делать? Иди на мешки. Здорово, Кирилл! Здорово! Привет! Здравствуйте. А мы за границу едем. А кто это мы? Мы, вся команда. И ты? И я еду. Массажистом. Довольно. Массажистом? По-моему, зря. У тебя же хорошая фигура. Да, браво. Ну, замечательная фигура. Нет, фигура ничего. Ну, да, главное, мне дядя Володя говорит, что у меня лишь 6 килограмм. Ну, да я в баню 3 раза схожу, их как нет. Правильно? Как нет. Аполло. То есть такой фигурой только массажистом и быть. Ну, это товарищи, внимание. Объявляю участников отборочных соревнований. Шептунов, Спирин, Спартак. Слыхал? Шептунов. Поздравляю. Заскучаешь на первом раунде. Илюшин, Кабалов, Динамо. Васильченко, Митякин, ЦДК. Дорохов, Кочеванов. Интересно. Пусть. Ну, Кирилл, мы теперь с тобой официальные противники. Да, знаешь, это ведь не так просто. Конечно. Да. Ты в порядке. А я боксер молодой. Первый раз на отбор. А ты знаешь, это очень ответственно. Ну? Ну, представь себе, толпа, приветствие, репортер. Ага. Очень ответственно. Скажи, пожалуйста, репортеры? Ну, конечно. Приветствие? Ну? Ну, тогда, конечно. Что? Ответственно. Финальная пара. Боксеры полутяжелого веса. Чемпион Дорохов, боксер Кочеванов. Лен, смотри, Кочеванов. А второй кто? Второй Дорохов, чемпион. Букет побольше. Вот это.
Поздравляйте вас! Молодец, Фильм. Видите, предусмотрительность. Кирилл, держись, Кирилл! Ну, что вам делать, а? Правильно! Что вам делать? Правильно! Ты как знаете, теперь этот отдохнет, и ведь не сможешь его добить. Вы фурия! Что? Вы ничего не понимаете в боксе! Сами ничего не понимаете! Ой! А Дорохов сильный. Ну, это мы еще посмотрим. Что же это, товарищ Ксюр, а? Как же это? Погорячился? Характера не хватило. Что с тобой? Так я же тебе говорил. Бог это не лото. Вот он, смотри! Эх ты, боксер! Ты сразу его здорово! Тебя волнует общественное мнение? А тебя вообще ничто не волнует. Ну чего ты сердишься? Я думал, я сижу здесь одинокой, расстроенной. Ты, мол, придешь и пожалеешь меня. А я взял и испортил весь твой замысел. Так ведь, а? Хорошо. Пришла, пожалела меня. Все правильно. Чеванов, я! Есть новости. Решен вопрос о поездке за границу. Счастливого пути! Ну-ну, не прибедняйся. Собирай чемоданы. Комиссии понравилась твоя работа. Так я ж побит. А знаешь пословицу? За одного битого двух небитых дают. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Дорохов. Разрешите? Садитесь. Благодарю вас. Прелестный вечер. Какая музыка. Музыка и бокс — это родные брат и сестра. Их родила одна мать, точность. Я это доказал сегодня на ринге. Какие у него были глаза. Кирилл на ринге совсем другой. А сегодня я работал исключительно для вас. После поражения он стал мне еще дороже. Значит, для того, чтобы завоевать ваше расположение, должен был проиграть бой. Вряд ли вам это помогло. Поймите, Ирина. Простите, Дорохов. До свидания. Петя, а я тебя по всему парку ищу. Разрешите тебя поздравить с блестящей победой. Я сегодня впервые потерпел поражение. Ну, если и потерпел, то не на ринге. Нет, хуже. Сердце. Ага. Ну и каковы симптомы? Симптомы? Надеюсь, переживу. Вот. Да. Сидели два медведя на ветке золоту. Один сидел как следует. Другой болтал ногой. Один сидел как следует. Другой болтал ногой. Петя, а? Пойдем пивка выпьем.
Нет, у меня с утра тренировка. И вот они сидели на ветке золотой. Один сидел, как следует, по одной кружке, по-моему, не страшно. По одной? Пока. По одной можно. Упали два медведя с ветки золотой. Один летел, как следует, другой болтал ногой. Ну, не буду вам мешать. Счастливо, Кирилл. Спасибо. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Держи связь по средству. Информируй нас. Хорошо. Ну, счастливо. Ну, вот. Одна минута осталась. Пора. Успею. Пора. Крепко работает. А ты чего, проиграл, что ли? Нет, чемпион. 3-5 в нашу пользу. Ого! Это хорошо, что ты выиграл. Но значит, теперь наши. В порядке. По очкам, конечно, выиграл. Нокаутом. Смотри, новый нокаутер. Хотите вас поздравить от лица спортивной общества? Только не зазнавайся. Только не зазнавайся. Слушай, тяжело приходится. Длинноруки достал. Неужели проиграете? Можешь не сомневаться. Вот тебе 3-5 в нашу пользу. Набрали детей в команду. Готов. Муха! Выиграл. Проиграл. А цветы? Я противник был по ней. Очка он. Салам. Салам. Уфа. Помни, от тебя все зависит. Будь покоен. Держи его, бою взорвется. Ровчика, иду, иду. Кира? 2000. Дорохов, 76. А. Сыграл сорок. А.
Потом загнал его Дорохов в угол, потанцевал и правым хуком раз. И на третьем раунде этот балет окончился. Ну, тут, конечно, аплодисменты, цветы. Ну, ясно. Он стоит, как прима-балерина, и раскланивается. Смотреть против. Ну, я надеюсь, вы все-таки заметили, что я выиграл чисто в нокаут. Конечно, заметил. Я даже заметил, как вы в нокдауне валялись. Ну, ребенок, тихо. А чего вы на него набросились? Петя выиграл блестяще. Это для него был не бой, а забава. Зачем ему разведка, защита? Он и так выиграть может. Правильно, Петя? Я чего не понимаю? Вот так ты и будешь драться до тех пор, пока на умного противника не нарвешься. Что? Он тебя на первом раунде отучит похвалиться. Он это поймет, когда поздно будет. Да? Прошу. Импресарио Ланса, чемпион Европы. Bonsoir, monsieur. Могу я видеть представителя команды, месье Сомо? Я Сомо. Мне очень приятно сделать с вами знакомство. Шарбоне! Месье Дорохов. Здравствуйте. Merci, месье. Я менеджер de месье Ланс, чемпион. Вам, месье, известно это имя? Да, чемпион Европы в полутяжелом весе. Победитель Караш. О, oui, vous avez raison, monsieur. Победитель Караш и encore beaucoup, beaucoup, много-много других боксеров. Monsieur Lance просил передать свой привет. Советский боксер. Salut, monsieur. И свое восхищение, monsieur Dorohov. А вы хорошо говорите по-русски. О, ну, monsieur, не совсем. Я имел небольшое путешествие, petit voyage. На юге России, 19-й год, Одесса, Севастополь. И это путешествие оказалось не совсем удачным. Мсье Ланс просил передать вашу команду приглашение на спарринг. Клуб Le Ruban Bleu. Голубая лента. О, oui. Oui, мсье, голубая лента. Передайте господину Лансу, что мы благодарим его за приглашение. Я надеюсь, месье Дорохов посетит наш клуб. Передайте господину Лансу, что я буду счастлив познакомиться. Голубая лента. Медам и месье, я имею большое удовольствие представить вам aujourd'hui наших дорогих гостей. Русский боксер! Я особенно счастлив приветствовать советский чемпион месье Пьер Дорохов. Встань, Петя. Знаешь, если бы не мои 6 килограмм, еще неизвестно, кому бы аплодировали. Ну, конечно. Had a friend named Ramblin' Bob, used to gamble, steal and rob. Kanye! Had a friend named Ramblin' Bob, used to gamble, steal and rob. Kanye! Kanye! Libre! Hey, vous, coquin! Venez travailler! Sparring avec Lance, 60 francs. Hein? Non, non. Deux. Assez, bon. Venez. Oui. Vite, 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 vite. Jacques, venez. Silence, mesdames, messieurs, on commence. Machinaim sparring. Henri Lance, Grand Jacques. Combien? 3 rounds. Sur le ring.
как, ребят? Блестяще работает. Хорошо. Но мне кажется, он хочет казаться сильнее, чем есть. Психическая атака. На кого? На нас. На глупости. Пять лет назад большой Джек был хорошим боксером. Шер Нуар, черный цветок. Победитель Некси Бокер и Нед Брауэрс. Однако у этого победителя грустные глаза. Бокс! Связался черт с младенцем. Ланочка. Ну. Силанс желает лично приветствовать вас. Все. Вы сенсационны, не Bien sûr. Мсье Анри Ланс просил меня передать свой вызов любой советский боксер. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Советская команда принимает вызов господина Ланса. Что касается противника, то он будет объявлен завтра. Пожалуйста, давай, престо. Твой тар, бит. Игру туа. Мсье. Прямо-прямо, месье. Месье Дорохов, я надеюсь, вы будете l'adversaire, противник Ланс? Возможно. Сколько раунд вы надеетесь держаться? А я смотря, сколько раундов будет держаться месье Ланс? О, Анри Ланс сильнейший боксер. Да, но он хочет казаться сильнее, чем он есть. А ну сам, месье, фото. Merci. Пароль д'honneur, месье Само, против Ланс, чемпион, вы хотите выставлять какой-то Кочеванов? Да, Кочеванова. Но, месье Само, забываешь, что Ланс чемпион Европы, и поэтому против него может выступать только чемпион страна. Простите, вы бросили вызов любому боксеру нашей команды. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Vous m'étonnez, c'est étonnant, месье Само. И кто такой Кочеванов? Наш боксер. Да пойми, Кирилл, ведь решение Сомова глупое, ведь ты же наверняка проиграешь. Возможно. Это будет позор для всей команды. И не только для команды. А ты не пугай. Знаю. Знаешь. Ну, скажи честно, кто сильнее, ты или я? Не знаю. А пора бы знать. Откажись, пока не поздно. Петя, ну что ты всех хвастаешь? Ты, я. Брось шуметь. Да, но ведь Ланс вызвал меня, а не Кочеванова. Ланс видел тебя на ринге, голова. Поднимать надо. Потому что ты горячий, часто делаешь глупость. Ну поймите, ведь Ланс из него же котлету сделает. Противником Ланса объявлен Кочеванов. Ясно? Через час тренировка. Ладно. Когда будет бой? 7:00, 19:00. И пока Кочеванов. Андрей! Oui, merci. Alors. Merci. Hein? Attention, monsieur. Oh. Les fleurs. Merci, monsieur. Adieu, monsieur. Adieu, monsieur. Merci, monsieur. Ça va? Тихо, тихо. Кочеванов отдыхает.
где искать шансов, Кирилл? Ланс технически сильнее тебя. Безусловно. И опытнее. И все-таки ты можешь выиграть бой. Хочу выиграть. Ланс старше тебя, у него сердце хуже твоего. Именно в этом шанс. Обрабатывать область сердца? Да. Ударами и быстротой темпа. В первых раундах в каждом кулаке Ланса спрятан нокаут. Берегись его. Не думай о красоте боя. Если нужно, уходи в глухую защиту. Отдыхай в клинчах и бей в сердце. Только в сердце. Не знаю, сколько раундов тебе будет трудно. Может быть, 4, 6. А может, 7, 9. Закрывайся и бей в сердце. Если увидишь, что руки Ланса пошли вниз, не приступай к атаке. Жди, пока противник станет бледным. Тогда отдай все Кириллу. Челюсть у него не железная. Понятно. О чем ты думаешь? О Москве. Внимание, говорит Москва. Радиостанция РВ-84. Через несколько минут мы начинаем трансляцию международного матча бокса. Секундантом не хочешь быть. А что, у нас народу не хватает, что ли? Да нет, народу хватает. Я думал, ты примешь участие. Нет уж, я лучше посмотрю. Увольте. Внимание! Включаем зал зимнего велодрома. Je suis charmé de vous voir. Pardon, madame. Oh, c'est d'or. Prochain. Fumez. Merci. Monsieur Henri Lance, il y a весьма сожалеем, что aujourd'hui против нас выступаете не вы. Я тоже сожалею. Но... Неужели Кошеванов сильнейший боксер вашей команды? Даже, сильнее вас. Я слышал, что он имеет весьма слабый правый краше. Веста? А сейчас вы видите? О, все. Henri Lance, встречный бурей рукоплескания, занял место своему бою. Блии Донфа, на КПМ, раунд. Русские боксеры появились в зале. Публика тепло приветствует их. Вот они проходят к своему углу. Кирилл Кочеванов поднимается на ринг. Друг другу руки. Судья зовет их и себе. Он делает обычную инструкцию о правилах боя, который должен быть весьма интересным. Тем более, что Ланс обещал преподнести публике нокаут не позже 4-го раунда. Вы слышите, как стало тихо. Сейчас начнется бой. Стрелка подходит к нулю. Сейчас прозвучит гонг. Внимание! Эй!
Мое предсказание не сбывается. Бой становится жарким. Русский пытается наступать. Он бьет, но опять в корпус. Переходит в контратаку. Он гонит Кочеванова по рингу. Первый раунд кончился с небольшим преимуществом для Ланса. Чемпион провел раунд более агрессивно, чем Кочеванов. И наносил более эффективные удары, чем советский боксер. Итак, по очкам впереди Ари Ланс. Хорошо, Кирилл, хорошо. Избегай только углов. Ты впереди. Лицо чемпиона забронировано. Русский не может до него дотронуться. И сам, получая удары в голову, отвечает нечувствительным. Чемпиона ударами в корпус. Чемпион опять наступает. Он гонит русского по рингу. Он гонит его к веревкам. Гонит и непрерывно проводит удары. Надо дать русскому справедливости, он защищается упорно. Пытается отвечать на удары Ланса. Второй раунд выиграл Ланс больше преимуществом, чем первый. Эй, попросимит нам? Это типа... Это публик. Задай разумеется. Эмти же джамп. Это тип на левелон. Сен нокаут. Рифри! Эй, гарди сон кёр. Постарайся бить в начале раунда. Ланс резко атакует русского и проводит серию тяжелых ударов. Близкий бой, близкий бой. Удар Ланса. Еще удар. Удар. Так и Ланса становится все более опасными. Кочеванов вынужден перейти в глухую защиту. Поплыть, плыть, плыть, плыть. Не будь нержи. Не попадормир, ла. Че ты, четыре раунда выдержишь? Держись, держись. Нажай в сердце. Начался четвертый раунд. Этот раз инициативу хочет взять русской. Он же в углу Ланса. Удар, удар, еще удар, удар. Бухуй!
Уходим, Кирилл! Ну что ты делаешь? Пардон. И пьет Кочеванова, как мешок с песком. Бесспорное техническое превосходство чемпиона Ланса. Поэтому преимущество в первых четырех раундах. Спокойно. Держись, Кирилл, теперь он выдаст все. Если будет плохо, держись своего угла. Лекар, дарде лекар, сябль. Le dernier coup. Oh, sacré Dieu. На 8 раундов, 6 килограмм, как корова языком слезал. У кого? У кого, у кого? У меня, конечно. Если это не ртва, то же вылюди. Пардон, месье. Штука фаут. И тут на бои. Пардон, месье. Аллей, ведь. Бой вступил в решительную фазу. Необыкновенно быстрый темп этого матча, его напряженность и жестокость привели к тому, что оба противника устали, несмотря на краткость дистанции. Преимущество Ланса становится все более ясным. Кочеванов отступает. Ланс находится в решительной акции, которая, судя по всему, приведет к результату. Энергия Кочеванова неисчерпаема. С непонятной свежестью упорством он атакует Ланса. Русский бьет только в сердце. Удар, удар. Ланс закрылся. Отступает, отступает. Пытается ударить. Но в схватке Ланс не замечает ударов. Кочеванов снова наносит удар. Серию ударов. Ланс отступает. Просил про
Вы публика. Но знаете, приедем домой, большой скандал. А что? Что можно сказать, приехали в гости, а побили чемпиона. Нехорошо получается. Сами просили. Да, чем мы нам. Ой, Рогонков, это вовремя как ебанул. Выпить. А, мне больно. Все-таки прорвало ответственность. Выйдите, Саша, куда прийти? Давай. Я вам писал. Автограф подпиши. Я уже писал. Я не дознавать, напиши. На радостях с ума сошел. Что там творится, пройти нельзя. Все, тебя ждут, Кирилл. Полюбуйся. Господин Кочеванов перед боем. Хорош. После боя. Сидите, господин завтрак. Где вы завтракали, господин Кочеванов? Где мы завтракали? Аля. Какая аля? В общем-то, не важно. По-моему, тоже не важно. Нет, оказывается, важно. Господа спортсмены, кушайте только в нашем ресторане. Это обеспечит вам победу. Вот, как все, это кто ж такой придумал? Я знаю, это штуки дяди Володи, правда? Давай, к столу, давай. Пошли, прошу к столу. Ну, за что будем пить? Как за что? За нашу новую знаменитость. Ну уж и знаменитость. Ну ладно, за кровь, за кровь. Ну, это мои звуки достали. А теперь давайте выпьем за Хромченко. Уж очень он сегодня волновал. Товарищ, одну минуту. Специально привез для торжественного случая. Прошу. Алло. Да? Тихо, товарищи. Москва вызывает. Да-да. Сомов, ты? Говорит Новиков, здравствуй. Поздравляю с победой. Да. Как здоровье Кочеванова? Алло, алло, Сомов, Сомов. Как Кирилл себя чувствует? Так, Адороков? Ну ладно, возвращайтесь скорее. Передай привет всем товарищам. От меня, Кочеванов. Сомов, Сомов, давай сюда Кочеванова к телефону. Здравствуйте, товарищ Новиков. Ничего. В полной форме. Спасибо. Передайте привет товарищам. Что? Тихо, Большенцова. Дайте ее к телефону. Пошли дела семейные. Ирина! Ирина, ты? Я, Кирилл. Ну да, я. Волновалась. Напрасно. А главное-то она мне не сказала. Главное, она тебе скажет в Москве. Да? Я. О, это интересно. Хорошо. Будь здоров. Ребята, новость. В Москве объявлен матч на первенство Союза. Ведущие пара Торков и Кочеванов. Хорошо, браво. Товарищи, я считаю, что предстоящая встреча будет очень серьезной. И так сказать... Сядь, это... пожалуйста. Правильно. Следующий раз, старик. Представляешь, что я все понимаю, на следующий раз. Ты понимаешь, Кирилл, есть у меня одна слабость. Люблю крепких противников. Я тоже. А на звание чемпиона я тебе так просто не отдам. Ринг покажет. Правильно. Выпьем за нашу встречу. Итак, друзья, завтра в Москву. Домой. В каком бы я ни был далеком краю, какой бы ни шел стороной, я вижу родную столицу мою, и слышу я голос родной. Москва окрыляет любого из нас и учит работать и жить. И тот, кто в Москве побывает хоть раз, не может ее позабыть.
логики зеленых, для молодости нашей открыт простор. Всегда готовят свою дорожкой беговою, навстречу победе держит восторг. Отпасана левая, отпасана такая, отпасана такая. Противником на ринге, ступая в